Ребята, всем привет! Вот на обозрение я сейчас поставлю свой новый MP27M. То же самое, что было ИЖ-27. MP27M. Made in Russia. Купил недавно, этим летом. Она была в орехе, но потом я поменял. Переделал на пластик. Летом на перепелку поохотились с раструбами. Себя хорошо порекомендовала. Вот сегодня хотел по вяхерю, но что-то на разумной дистанции они не подлетали. У меня тут вкручен родной 0,75 и вот уже покупной такой. Дырявая труба 1,0, это полничок. Еще потом для удобства купил для себя вот такой пищевой контейнер для бутербродов, набитый чоками. Вот как я это сделал. Что тут у нас? Обклеил синтетической губкой, чтобы они там не болтались, не трезвонили. Ключик. Эти раз, два, три, четыре, это родные чоки, которые вместе с ружьем купил. А вот эти остальные уже докупил. Вот вся эта чоковая порнография уже докупил. Вот эти раструбы, легированная сталь. Если цилиндр 0 и 0, это минус 0,2. Потом тут у нас наружные чоки, которые выступают на 20 миллиметров. Вот примерно вот так они. До такого состояния. Это тоже из легированной стали. Вот этой коричневой, типа такая, или воронение, или. Это 0,25. Тоже 0,25 второй. Потом у нас идет это наружный чок. От прогресса. Это цилиндр. Они выступают на 40 миллиметров. И еще один наружный чок, который выступает на 40 миллиметров. Это тоже 0,25. Для разнообразия всю эту порнографию я собрал. Так, еще один момент. Как тут в стволе два наружных чока, которые на 40 миллиметров, не помещаются. Потому что они же не параллельно, эти стволы стоят, да? Там какой-то наклон имеется, вот потом они мешают друг другу. Но два наружных чока 20-миллиметровые, которые выступают на 20 миллиметров, отлично там помещаются, друг другу не мешают. Даже не мешают, когда у тебя один наружный чок на 40 миллиметров и другой на 20 миллиметров. Они тоже друг друга не мешают. Так, ну чисто для интереса это я взял. Ходят тут большие легенды насчет этих чоков. Это вот дырявая трубочка, это 1,0, полный чок. Но не было сегодня, чтобы отстрелять, посмотреть, как они работают, а по газетам, по бумажкам у меня еще такого отстрела не было. Все это в деле испытаем, и потом конечный вердикт будем выносить. Вот так, конечное заключение, так сказать. Вот так они плотненько собраны, вообще не шатаются, не скрипят. Рекомендую всем. Вот это уже мое барахло, вещмешок, стульчик, патронтаж. Коробка с патронами на всякий пожарный. И вот теперь относительно ружья. Вот так он выглядит. Так оно выглядит. Ну, в орехе тоже ничего, но думаю, что в пластике гораздо практичнее иметь ружье. Там таскать везде.
самое, грязь, слякоть, вода и так далее, все это переносит отлично. Вроде все. В эти дни еще сделаем вылазку, если повезет и вяхеря удастся подманить поближе, будем уже отстрелы проводить. Нет, так потом по бумажкам пошмаляем. Ну, пока вроде все.